Ну, я понял. Я так же смотрел. Стрелка резко вниз такая. Что у вас случилось? Я сбомбанула. Не, ну как сейчас тоже играем, да? Чё, сейчас мы поедем? Всё, бегу. Так. С боков, кстати. Я наверное. Ну хорошо. Вообще нету. Я наверное. Я там тоже одного увидел. Одного, да? Одного. Да. И убил его, да. Так, все, я наверху. А, вот тут еще выше можно. Да. Капец, занят. Ну, да, еще выше. А тут какие-то балки еще торчат. Ну ты увидишь там. Сейчас ты долезешь до туда, где надо. О, еще да. Да, еще выше. И еще выше, да. О, там. О, тайник игрока нашел. Безопасная зона тут. Безопасная зона? Тут можно, да, спать можно. Отлично. Туда сначала залезть надо. Да. Ничего ты там залез? Да. Я говорю, тут еще выше. Это такие секретные, знаешь, безопасные зоны, видать, есть, которые надо именно искать. Угу. А тут, кстати, и на другой этот можно, возможно. Потому что я уже на этой стороне. Ну, на другой стороне, там оста другая. Ну, да. Возможно, можно тут даже как-то по этим тросам перелезть. А может там эти, кстати, открылись, лестницы? Ты не думал? Там же лестницы закрыты были? Да, да, нет, закрыты, да. Ну, может они попозже откроются? Так, еще. А вот же, слушай, тут же трос есть, чтобы на другую сторону перебраться. Или он не работает? Да? Он не работает. Да, фу, вот отсюда упасть уже отсюда будет очень. Страшно? Обидно будет упасть отсюда, говорят. Я вообще очень хочу. Интересно, туда как-то телепортироваться? Так, а как интересно? Ооо. Не пугает персонаж. Не, мне кажется, тут должна будет открыться лестница эта. Потому что все-таки, ну как бы, наверху это, блин, что туда все время, так что ли, лезть по тросу там, блин, да. По вот этим вот всем балкам, да? Да. Опа. С какой стороны ты на стой залазил, да? Ну как мы в прошлый раз, так же все. Ты уже долезли туда, где мы были? Да. Куда? Разумею. Ну вот я, да, сейчас тут. На этих балках. Так, 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 как же ты долезли дальше? А вот, вот эти балки, да? Ну, там торчат они, наверх надо посмотреть. Там наверх смотри, там видно. Да, высоко. Не знаю. У Assassin's Creed так нету. Ну такого нет. Не, все-таки это покруче, мне кажется, будет. Ну, чем-то. Так, а чё, как мне дальше наверх, слышь? О! Слышь? Да, там, ну, там вверх смотри постоянно, там видно. Ну вот сейчас я знаешь, лез, я нахожусь под вот этой херней, и тут никак нельзя залезть наверх. А, ну здесь, наверное, залезть надо. Вон он ты, я вижу тебя, да. Еще вверх отчет. Вот. Оп, оп. Сейчас направо. Вот видишь меня сейчас? Да, ну да. Смотри, где я стою. И вот туда можно по тросу.
На другую сторону можно по трассе, вот где я стою. Мне кажется, там слишком крутой будет, как залезть. Реально тут тайник. О, разведчик у меня какая-то одежда. Ну-ка. Ну, понятно. Ждать до вечера. Не, ну мне кажется, тут должна разведчик. Так, и чё, как дальше лезть? Ну там над входом в тайник еще можно выше. Вижу, вижу. Ну тут еще по идее как-то можно выше. Я не знаю, как. Сними этот момент. Вот. Как можешь. Тут, наверное, не каждый найдет еще такое место. Ну да, здесь это надо именно так лазить просто искать. Блять, я по тросу вышел. Блять, хорошо не в самый. Ну похер, сейчас залез заново. Давай, я пока отойду ненадолго. Сейчас шорох будет. Все, сейчас приду. Что, суки, не ждали? Так, чё ты там залез? Я самый. Выше меня уже. Поэтому можно залезть. По балочке. Ну это чё? О, вот чё. Вот эти балочки, да, есть? Вот эта высота, слушай. Надо ночью дождаться. Ночью? Фух, как вот дальше? Вот по этим балкам лезть, вот здесь. То, сюда можно, да? Да, вот по ним лезть. Вот эти сбоку, которые? Да, вот сбоку. О, отлично. А там надо по тросу потом на тот берег попробовать. Там где получится, там прям пробел можно нажать. О, чертеж, что, суки, не ждали? Че за чертеж? Ну-ка. Так, ну что, давай, прыгнем. Прыгнем? Да. Зачем? Да, ты думал. Я ж хотел на ту сторону по трассе. Ну, может, взял на ту сторону тогда, а потом прыгать.
ты сними этот момент. Мне кажется, да, можно? Слышишь? Вот отсюда. Два. Можно, сними, говорю, это. Ты зачем туда так полез-то? Тихо, я пошел. Там просто по трассу можно. Я так хочу. Да не так. Давай ты по трассу тогда начинаешь спускаться. Давай. Сейчас, я только мне надо влезть. Да, нет, я... Сейчас. Сейчас. Ну, блин, не упал. А как обратно? Плавать? Вон зомби. Так, я поехал. Догоняешь? Да. Ку-ку. Ёпта. Нормально? Да, партия. О, я ж сказал, можно сюда перелезть. Так, прикрывай меня. Так, они лезут. А, я боюсь. А, что взорвется нафиг. Ух, все. Сейчас толпа прибежит. Бля, муха начинается. Ударите. Отлично. Ох, бля. Чё? Кто следующий? Давайте. Тут удобно ограждение-то стоит. Ограждение стоит удобно. Не таким потоком большим лезет у тебя. Да? Мать вам. Черти. Все вроде? Нет, еще не все. Ох, башка отлетела. Да? Ну ладно, я пока открываю. Давай. Винтаж заполнен, по-моему. Да, о, да, пистолет. Да, у меня еще один пистолет. Я вот это вот. Еще тут. У меня два пистолета теперь. Я круто. Сикач. Ну клево. Клево тебе, наверное. О, еще полиция. О, иди, тут очень трудное. Машина. Ой-ой-ой, нет, отстань от меня, отстань. Сдохни. Как они меня бесят, эти быстрые.
Я, конечно. С той стороны обошел. Так, взлом легко. Блин, мне 4 аптечки всего осталось. Давай тоже вскрывай машину. Сейчас, сейчас я вскрываю. Мне 6. Что тебе не нравится? Диван это. Открывай. Да. Тебе же нравится. Что я хорошо делаю. Сучка какая. Где он там машины я открою? Открывает меня. Сижу один. Я? Да. Где там машина открываю? Я забыл, с какой стороны была. А чё ты тут кинул? Тут никого нет. Ладно. Ладно. Комплект аптечек отлично. Аптечки. О, пистолет. Еще один. Надо будет его продать. Меня. А, он получше. У меня уже 14-15 аптечек. 18. Так, зеленый у нас херовый. О, я тут рай нашел. Рай нашел, говорю. У меня 19 аптечек. Да, зомби кучу. О, достижение открыто. Ку-ку. Зомби была такая горячая, что сгорела. Что-то с фонарем-то бегал. Зайди вон в эти палатки, там такое. Блин. Дальше теперь точно нельзя, мне кажется. Ну, туда залезть. А хотя, слушай, туда, по-моему, тоже можно залезть. Там вон дверь. Я тоже думаю, что можно. Можно попробовать. О, 25 аптечек. Прям вообще. Да ты чё, офигел, что ли? От души. Ну, а дальше уже точно закрыто. Где оно всё тут? Там, ну там, да. Там, да. Да, там их очень много. Слушай,
Марли есть. Да, и Марли я там штук 20 нашел. Так, машину открыл. Складной, да. Что там такое? О, я шокер могу создать. Так, иди сюда. Тут биты есть. И мешочек. Биты синие. Так, садок. Я машину там открою. Беру зеленую, короче, я все буду выбирать. У меня есть покруче все. Мешочек. Бит, 64 бита. Да нет, не правильно. О, сколько тут мара. Журнал боевых действий нашел какой-то. Сейчас не помню, вроде все. А что тут зомби? Не, тут рай просто. Все палатки, да? Прошел. Ну вот сейчас да, или где-то будет. Все нормально там все. Угу. Какая-то карантинная зона была. Ну да, значит. Так. Так. Детский пистолет. Так. И вам это тоже. Че, как думаешь, попробуй залезть? Я, короче, понял. Сейчас. Слушай, я лежу. Куда? Блин, нога чешется. Ну, вон он, ты, да, вижу. Просто если я... Дальше? Упаду, знаешь, хорошо будет, если я упаду на мост, ты меня полечишь. А плохо будет, если я упаду в воду. Потому что мне просто надо будет все оплатить. Бум. Слушай, мне кажется, там тоже что-то есть наверху. Может, еще одна сейф? Да. Ха-ха. Так. Ох, вы черти полосатые. Тут свалите от меня. Так, слушай, тут реально можно наверх залезть. Блин, отвали нет. Что там, зомби что ли? Конечно, куча целая набежала. Не знаю. Четверо набежало. Так, ну слушай. Два из них быстрых. Слушай, давай. Я вот здесь ползаю, но здесь вот... Подожди, ты по этой тоже хочешь лезть? Лезь по-другому? Да. По-другой лезь? По-другой? Да, ну, давай, по противоположной. Давай попробуем. Так что, ну здесь у меня, знаешь, ничего не ответил, могу сказать. Я могу на ней сейчас прыгнуть, наверное, скорее всего, сдох.
Так, а я что-то сейчас упаду. Опа, опа, опа. Блять, ну я так и знал. Сука. А, ну я сейчас, в принципе, слушай, появились на мосту. Я сейчас появлюсь, у тебя же можно стоять там. Блин, мы связаны. Ага. Да. Че на мосту? Я тебя вижу. В этой? И в сейф зоне, да, в этой? Да. В сейф зоне ты, да? Вот этой на мосту. Вот я на самый верх добрался. Так, что дальше? Да, здесь ну, тоже можно, наверное. Тут сейчас. Я думаю, должна что-то тут быть. Ты залез там на самую верхушку. Угу. Ну я тебя сейчас прям именно тебя не вижу. Теперь я прокачусь. Ну, какого хера? Я хочу на тросе. На пробел там. Да он меня как бы начинает катиться и это, и останавливается. Чё за фигня? А что, не в том месте стоишь? О, я вижу тебя. Так, ну чё, там есть что-нибудь? Нет, похоже, знаешь, тут нельзя, может. Ну, думаю, надо по среднему тросу пролезть. Мне кажется... Фух, я уебал. Слушай, я как раз туда хочу лезть. Ну, блин, ты сейчас все равно. Эх. Так, где я? Сейчас буду видеть. А, нет, да, ты вижу. Можешь видеть, потому что я... Почему вижу? Видишь? Не, я вижу тебя, да. А я тебя не вижу из-за солнца. Я ж там... Я ж сзади тебя сейчас. У нас тут около своей зоны. Жалко, за вот эти вот под... полозушки не дают эти очки. Но зато с пушка дают 200 очков. Блин, пока ты залезешь и прыгнешь опять. Мне кажется, на самом деле. Ну не на самом деле. Хотя, по-моему, на самом деле тоже что-то есть. Так, я опять по той стороне полез, по другой. Ты по какой балке идешь? Ну, по какому тросу? По высокому. По самому высокому, что ли? Угу. Ну хотя смысла нет, там нету. Там некуда залезть. Ничего нет сюда. Можно, в принципе, спрыгнуть и походить по этой фигне. Хотя там нет какого-то нет. Ну, сейчас, балл, так, сейчас. Фу, блин, что не упал. За скоро ночь, кстати. А нет, впереди. А как на часы смотреть? Ну, на инвентарь наш есть. Угу. Нет, а там на руке можно как-то смотреть. На руке я не знаю, как, а вот на инвентаре можно. Блин! Блин, мне сегодня везет, видать, с этой фигней. Я опять чуть не упал и успел зацепиться. Че, где ты там? А, вон ты. Вот. Нет, ты не по самой высокой лезешь. Ну я уж поменял, да. Я по той уже залез по высокой, потом упал. Вот я думал, в эту дверь как-то можно зайти, нет? Открывается. Mm-hmm.
Кстати, блин, можно было по тросу попробовать. Йо. На ту сторону. Можно, да. Давай, спрыгивай. Спрыгивай. Ну вот оно. Так. Можно, ну, на ту сторону попробовать. Это тут город, да, здесь видно? Угу. Интересно, кто-нибудь еще сюда залазил? Надо, говорю, записать, чтоб все видели. О, как... Все. Как вы туда залезли, пацаны? Да я записываю, залазил. С самого начала просто. Ну как, мы прыгнули и потом хотели. Хорошо, так. Нет, надо было мне потом украсть, что есть. Так, вот у меня вопрос, как нам назад теперь? Надо было по высокой балке лезть, потому что там... Там можно. Теперь единственный вопрос, как нам назад? Похоже, что никак. Да? Да. Мы умрем здесь. С голоду или... Да. Есть шанс попробовать вот так вот прыгнуть просто в воду? На трос, да. Или на трос вот этот, да. Нет, давай вот на трос попробуем. Я лечу. Довольный такой. Вниз летит куда-то. Не, все равно. Давай, я тоже прыгну. Короче, я на трос попробую, я на трос. Да зачем на трос? Прыгай давай. Да не ори на меня. Во, видал, что я сделал? Ага. Так неинтересно. А, все, вы покидаете игровую область, прикинь. Я все из зоны теперь. Ну, теперь понятно. Теперь. Зато ясно, что туда точно не бегу. Вот так вот. Мы дошли до края. Так интересно. Сейчас я вот. Сейчас. Я сейчас в воду прыгну отсюда. Ты видишь меня? Нет, я сейчас внизу сам. Я хочу в воду прыгнуть отсюда. Подожди, жди меня. Да ты пока жалеешь меня. Я доползу к тебе черепашу. Ты дебил! Все равно сдох. Да похер вообще уже, знаешь. А, ты сейчас тут появишься. Да, все равно. Около меня. Да я забакланил опять. И упал. Забакланил. Так, ну что, пошли. Не умеешь ничего. На самый верх, да? И оттуда спрыгнул. Блин, что он у меня не хочет прыгать? Кстати, как у меня костюмчик выглядит? Ну, неплохо-то. Интересно, они видать открывают, когда ты там прыгаешь, как раз по этому движению. Ох. Ты не туда прыгаешь, вот сюда. Нет, ну, все, по этим балкам. Ага. Оп, оп, оп. Все. Ну давай. Я наверх. Почему он не хочет запрыгнуть? Я хочу создать вот эту вещь. Что, суки, не ждали, которая называется? Мне надо лишайник и две батарейки. Давай, кто первым прыгнет? Так, я прыгнул. Ты прыгаешь? Да. Так. Ну давай вместе, короче, прям ты прыгаешь, и я за тобой. Давай вот отсюда, слышь, разбег. Где, где? Вот отсюда. Да, разбегайся, давай, прыгай. Ну, блин, страхово, я не... Давай, 3-4. Вау, бля, я сейчас не в воду упаду. А не, нормально. Ох, ё. Это круто.
У тебя в реальной жизни бы разбились, конечно. Зато уже сразу. Ну, все, отвечай.